Ты кто у нас по знаку зодиака? Нормально мы игру обманули. Сейчас нажму. Блин, запоминать что ли надо? Мне эта игра напоминает чем-то Гарри Поттер. У меня на плакате вторая цифра это А3. А, это я тебя, наверное, убил, извини. Стой, 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 стой. Готов умереть? Да. Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий Хаунт, мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием We Were Here Together. Мы были здесь вместе. Продолжаем с этим чуваком вместе играть, решать загадки и тому подобные вещи. Я тут. Алло? Да-да. Погнали. Куда нас дальше приведет дорога? Возможно, мы сейчас найдем этих чуваков, которых мы искали. А, ну-ка. Ой. Я тебя что, закрыл? Не, я сам уехал куда-то. Я тоже хочу уехать. А, видимо, один чувак контролит это все. Так, открой. А я закрыл? Да. Так, отлично. Теперь баранжевый как-нибудь. А как понять, какая что? А я не знаю, мне тут один рычаг, я на него нажимаю, отпускаю. Ну ты просто закрыл меня сейчас опять. Сейчас, подожди. Ну он просто открывает-закрывает одну и ту же... Ну погоди, давай попробую к тебе как-нибудь попасть. Вдруг получится что? Нихера, тут двери так оказывается миллион. А ты нашел синий или оранжевый? Занимаюсь поиском. Он занимается поиском. Я должен заниматься поиском, понимаешь ты или нет, чувак? Так, ну я вернулся типа через это. А, вот синий нашел. Нажимай. Нажимай, нажимай. Так. А еще раз можешь нажать? Я сам нажал. Понятно. А почему не нажимается, лол? Нормально мы игру обманули. Сейчас нажму. Чё видишь? Оранжевый нашел. Открывай. Теперь надо на красную нажать, здорово. Сейчас попробую. Ага, и вот Толка тоже попробует. Я уйду, а он... Я не знаю, ты сможешь потом ко мне вернуться-то? А я не смогу дойти, да тут мне синий нужно. А я контролирую синий, давай. Открывай. Сейчас помогу, уйди. А мне туда надо. Так уйди, сейчас сделаем, как было. Уйди отсюда. Мне туда, в ту сторону. Да, я понял, ты не уедешь. Выйди. Заходи. Ага. Все же решается. А синюю нажми. Секунду. Все, готово. Так, все, я у красной. Ну, нажимай. Теперь невидимо тебя надо ждать, как... Ага. Теперь красно тут открылось. А, ты зашел, все, погнали. Ну, бывает что. Блин, сейчас все достяги в Стиме заберем, офигеть. Я так-то игру купил, чтобы ее продать потом через время, оказывается, сейчас пройду. Реально так получается. Ты тоже это видишь? Сигнальная ракетница. Блин, тут нихера себе символы такие. О! Ты кто у нас по знаку зодиака? Лев. Сейчас тебе жизнь устроим. Эта игра жестко гасит звуки.
Ну-ка, подожди, я вылез. Надо как-то это построить, не наугад ведь. А, вот, наверное, знаки-то, лол. Нихера себе! Ты меня сейчас убил! И что это значит? Как там мост строить? Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Ты говоришь, что меняться будет? Ну да, я стою, смотрю. Нихера Хогвартс! Или коллеги Винтерхолда, кому как удобно. Стоп, 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 стоп! Так. Я опять умер. Короче, ты поднял сейчас? Как... Оп, поднял. Стой, стой там! Ты просто сделал один раз, мне надоело умирать. Я ничего сейчас не трогал. Серьезно? У тебя поднялся мост какой-то в виде полумесяца и обратно упал. Ты так, полумесяц говоришь, да? Да, поднялся полумесяц. А первый какой? Самый первый, это какая-то звездочка. Она в виде ромбиков, в виде ромбика. Сейчас, секунду. Чё за загадки? Вот это вот вообще что? Зачем было такое придумывать, ты мне скажи? Зачем такой мост придумывать? Ребята! Алло! Так, ничего не появилось. Вообще ничего не поменялось. Вообще, знаешь, никаких ни подсказок, ничего нету. Где карта? Куда смотреть надо? Как мы должны построить мост? Наугад, что ли, подбирать? Так это долго. Было бы проще в разы с картой. Ну-ка, стой, 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 стой. Вот этот ромбик, который центральный, он поднят. Потом идет второй мост. Это солнышко. Солнышко, второй мост? Да, вот ромбик. Это первый. Выше солнышко. Ну-ка, сейчас скажу. Он, походу, продолжает все крутить. А я должен бегать все и проверять. Ничего не меняется, они оба стоят. Потому что я вроде все двигаю во все стороны, но непонятно, может, какой-то есть закономерность. Да, я тебе говорю, где-то карта должна быть. Так, сейчас я попробую. Юпитер. А, подожди, ну-ка. Я тебя убил? Нет, 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 есть момент один. Попробуй сейчас, подожди, сейчас. Сейчас погляжу. Встань на солнышко сейчас. Встань на солнышко сейчас. Встаю. Стоп, стоп, стоп. Поднялся полумесяц. Я перехожу на него. Встал. Поднялся Юпитер. Я упал! Смотри, короче, надо просто, чтобы они шли вместе. Смотри, не вставай следующий. То есть встань, вот когда я тебе скажу. Сейчас, какой второй мост? Солнышко. Так, вторая нужна солнышко. Я встаю на солнышке, открылся полумесяц. Все, отходи, уходи оттуда. Ну, я вообще ушел. Блин, нихера себе ответ-то какой был. Простой. Он очень был простой. Вставай на полумесяц. А как бы тебе объяснить, они упали. Ну ты встань на первую. Ну я стою на звездочке. Открыло солнышко. На солнышко стоп. Готово. На полумесяц. Готово. Что дальше? Планета. Вставай на планету. Окей. Стоп. Так. Открылись какие-то звездочки и лестница. Вставай на звездочки и дальше иди. Дальше портал какой-то или комета. Портал или комета? Мне надо на комету. Ну как? Сейчас на комету встану, подожди. Стой, на комету не вставай. Поздно! Комета встала, да? Все нормально. Давай с нуля, я упал. Понятно, ты с кометы упал, да? Я упал с кометы, давай на солнышко встаю. Так, что дальше? Полумесяц дальше. Жди.
Вставай на полумесяц. Дальше, Юпитер. Жди. Почему Юпитер? Почему я придумал его Юпитером? Так, перехожу. Нужна комета. Комета нужна? Да-да-да, на комету надо встать. А на портале ты сейчас стоишь? Я сейчас вообще на лестнице стою какой-то. Так, стой на месте, сейчас я просто посмотрю, как ты находишься. Ага. То есть там либо портал, либо комета. Да, ну на портал я пойду налево, вообще непонятно куда. А тут мост справа продолжается через комету. Во как. Так, ну на комету не вставай. Не-не-не, не встаю, я боюсь. А сейчас ты на чем стоишь? Вообще ни на чем. А, подожди, стой. У меня эта лестница обозначена звездочками. Какие-то три маленькие звездочки. Как сюрикены выглядят. Вставай на комету. Встал. Что дальше? Ну скажем, два круга. Понял. Это же два круга, я прав? Вставай на них. Готово. На полумесяц. Встал. Солнышко. Жди. Ты бы ничего не делал, я бы прошел. Давай заново быстренько, солнышко. Ты не дошел? Я начал перебегать, потому что все, мост был готов. Но ты что-то подвинул, и я упал. Я тебе серьезно говорю, мост был готов. Я начал перебегать его. Ладно, давай заново. Солнышко. Дальше. Все. Только оно. Солнышко, встань. Полумесяц. Вставай. Планета. Вставай. Сюрикены. Так, на сюрикенах стой. Сюрикены! Блин, нас бы, наверное, разработчики, которые составляли вот эти вот картинки, рисунки, убили бы. Реально, просто бы убили. Комету сделаешь? А ты на портал... Блин, сейчас подожди, дай подумаю. Портал мне нахер не нужен. Просто сейчас уберу планету, по идее ты упадешь. Ну сейчас. Нет, убирай планету, убирай. Мне нужны только сюрикены. Так, я комету сделал. Мне вставать на нее? Да, вставай. Поднялись два круга. Главное в игре не торопиться и ждать четких команд. Ждать четких команд, указаний. Полумесяц. Вставай на полумесяц. Жду команды. А что дальше? Солнышко. Ага, значит, вставай обратно на комету. Подожди. У меня кометы нет, у меня есть два круга. Два круга. И на комету. Так, сейчас на комету перейду. Все, на комете стою. Так, стой там. Братан, мне не трудно, я постою. Я тебе доверяю. Я тебе доверяю. Ты вроде бы шарящий чувак. Знаешь, что надо делать? Закрепились два круга. Дальше куда? Почему не открылись? Ладно, подожди, пока он загадку сейчас решает. Он потому что разобрался же в ней, как это все делается. На два круга. Иду. На полумесяц. Сейчас, секунду, он закрепится. Встал. И у тебя теперь солнышко. Да, но оно не закреплено. Ну все, закрепил. Перехожу? Да, переходи. Все, я на другом стороне. На другой стороне. Отлично. Теперь надо его что ли перебросить? Тут какой-то штурвал. Как на корабле. Тебе дали достягу? Да. А перейти ты сможешь? Да, ты мне открыл мост. Не, тебе мост открыло, как сюда попадешь? Я тут ворота почему-то закрыл.
Да, там другой проход какой-то, я сейчас посмотрю. Ну-ка! А, вот ну-ка. Я вижу. Ну, я тут забаговал немного. Я сзади. Ну вот я тебе говорю, я повернул эту хрень. Тут есть какие-то ворота другие, внизу слева. Сможешь до них добежать? Понял, ты зашел, сейчас зайду. Странно. И глупо одновременно. Почему мы должны бежать в разных местах? Что за херня? Я думал, мы будем всю игру проходить вместе, как-нибудь там держаться друг, рука об руку. У меня тут... Во-первых, какой-то чувак засмеялся. А во-вторых, какой-то дисплей из будущего. Что на нем есть? Так, на нем типа морского боя, поле. Буквы, цифры есть. То же самое такое есть. Еще у меня какие-то внизу элементы, скажем так. Энергия, листик, огонь, вода. Ага, у меня на самом поле, короче, есть такие вот камушки. С листик, камень, ну, типа вода и... Ну, они мне, знаешь, как тебе объяснить-то? Просто по кругу нарисованы, типа, друг за другом идут. Сначала попробую свою загадку решить. Блин, запоминать, что ли, надо? У тебя, говоришь, книги с буквами есть, да? Да, книги с цифрами, и они стрелками друг с другом помечены. Блин, что вообще как-то странно. А у меня есть... На... Тут рядом плакаты на стенах висят. Например, девятка — это А4. Однёрка — это D2. Так, D2, я понял. Это у меня есть тебе поле, типа с цифрами и буквами. У меня на этом поле твои элементы нарисованы. Листики, огонь, вода. Не знаю, что с этим делать. Чё за огонь, чё за вода, как не... Так, ты помещаешь какие-то камушки на... А, ты видишь это все? Да, ты мне их на поле помещаешь. То есть мы друг другу должны подсказывать, получается? Да, только вот что. Надо разобраться с буквами и цифрами, которые у нас на стенах висят. У меня книги по полу разбросаны с цифрами, типа. Как же это тяжело, когда ты не можешь увидеть, что происходит на другой стороне. Ну, типа, вот у меня лежит две книжки с цифрой, одна книжка с цифрой 4, другая с цифрой 6. И они, типа, такая стрелочка от книги с цифрой 4 на книгу с цифрой 6. И таких вот много всяких разных соединенных между собой книг. А ты их можешь двигать еще что-нибудь? Нет, они просто, типа, как подсказка тебе, наверное. А ты вообще что-нибудь можешь делать? Только на доске двигать вот эти камушки. А, ты их конкретно двигать можешь, да? Не то, что двигать, типа какие-то линии рисовать от них. Не знаю, что это значит. Вижу, рисуешь. А, я теперь понял, что обозначают стрелки, кажется. А может и не понял. То есть этими линиями что-то я помещаю, что непонятно. Ну смотри, я тебе говорю, у меня вокруг этого пульта внизу поле. На этом поле нарисовано, огонь идет к листику, листик идет к энергии, энергия идет к воде, вода идет к огню. Типа круг. И возможно, я сейчас это все поле заставлю камушками всеми, и ты будешь как-нибудь линиями это все строить. Там, наверное, надо на определенные... Да-да-да, сейчас я попробую в этом разобраться. У меня тут есть подсказка, которая обозначает порядок всего этого дерьма. Только вопрос в другом. А если, например, мне надо удалить эту штуку? Ты не можешь удалить ее? Нет. Нет, я могу только на рацию нажать. А, нет, удалил. Надо миллион раз просто на нее нажать. Ну, короче, самая первая должна быть, я так понимаю, D2. Сейчас надо дорогу к А3 сделать. B1, ты что там у нас, вода получается? Или нет, энергия должна быть. B1, энергия, окей. Это была третья, сейчас четвертая. E5. Не, ну вообще, наверное, все убрать тогда. Чтобы нам вообще ничего не мешало. Уберем. Все эти штуки с энергиями, которые я расставил, надо убрать.
Ага. 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 Окей, пробуем. D2. Так, это сейчас сделал. D2. Огонь. Ну-ка, какой у тебя первый, говоришь, плакат там висит? Ну, тут нарисована единичка. Это D2. 2 это А3. D2, да, значит, получается... Первый это идет огонь. Потом, так понимаю, идет к листику. Листик я сделал А3. Загадка, на самом деле, убивает. Зачем такие сложные делать? Сначала что-то... Вот у меня показано, что 3 это 2. Чё? Ну, у меня, типа, я же говорил, у меня на полу валяются книги, где с цифрами. И, типа, вот от одной книжки идет стрелка к другой. Типа, от книжки с цифрой 3 идет стрелка к книжке цифры 2. С цифрой 2. Типа, 3 это 2. Типа, это все обман, да? А у тебя есть какой-нибудь порядок у этих книг? Не, они хаотично разбросаны, но как бы по две книжки между собой связаны все вот эти по две. То есть цифрами. То есть 8 это 10, 4 это 6, 1 это... Ну я не понимаю, к чему твои восьмерки, потому что... А хотя подожди, кажется, понимаю. А может, я не понимаю. У тебя есть расшифровка к однёрке? Какая? Что должно быть первым? Так, единица, сейчас, подожди. Нет, у меня есть только то, что 5 это 1. 5 это 1, да? Да, а вот то, что 1, это просто 1, видимо. Ну-ка, подожди. У меня написано пятерка, это C3. Ну, если у тебя пятерка это единица, значит, пятерка должна быть первой, я так понимаю. Да. Ну, папа, попробуй сейчас C3 сделаю. Так, C3, огонь. Вот эти вот штуки, которые остались, я их не могу убрать, кроме D2. D2 я могу убрать, остальные нет. Так, тройка, это двойка, то есть... Не-не-не, вру. Я не могу, я D2 не могу убрать, могу убрать центральную. Так, первая это D2. Первая это D2, значит... Попробуй поставь ее на C2. C2. Так, дальше идет листик. Потому что тройка это двойка. Вот. Ну, оно убирается. Ну, подожди, сейчас еще попробую. А, 3 это листик должен быть. Почему не убирается-то, лол? Ой. Ну-ка, короче, нахер. Короче, смотри, в чем суть. Сначала надо расставить все вот эти камушки. Ну да, попробуем сейчас по-моему сделать, как у меня тут на книгах, ой, на листочках нарисовано. А потом мне надо просто будет провести в том порядке, в котором у тебя есть линии между ними. А сейчас, сейчас можешь соединить вот этот огонь с листиком самым верхним? Да, сейчас дальше будем пробовать. B1. Попробуй от этого листика теперь к энергии с левой. Так. Она одноразовая, что ли, линия? Чего он делает? Ну, типа, да, я не могу соединить две. Это плохо. Это очень плохо. Это ужасно, я бы сказал. А ты их все расставил, да? Нет, много еще надо расставлять. Сейчас дальше буду пробовать. Е5. Е5, получается, у нас вода. Прикольно, у меня четвертая цифра, это Е5. Но я не могу ее убрать. То есть, тройка. Это что у нас тройка? Должна быть огнем? Нет. Да, тройка должна быть огнем. Тройка это у нас Б1. От энергии к листику. У меня тут немного несостыковочка с моими расчетами. Ну смотри порядок. Сейчас идет энергия. Вот. B1. Она стоит как энергия. Я ее не могу вообще ничего с ней сделать. Следом после нее
идет листик Е5. Но если верить моей схеме внизу, то после листика не может идти энергия. Ой, наоборот, после энергии не может идти листик. Должен быть наоборот. То есть мне надо упираться на твои книги, а не на мои схемы. Угу. Короче, говори цифры, я тебе буду говорить реальную цифру. Ну давай попробуем. Ну вот я сделал D2. Она вот замерла у меня, потому что все, я не могу теперь ее контролировать. Блин, это... Так, давай дальше тогда. Ну вторая цифра получается у нас это А3. 3 это 2. 3 это 2. У тебя на книгах просто цифры, да? Ничего другого? Ничего другого, они просто показывают, какая цифра реальная. То есть 3 это 2. 5 это 1, он говорил, да? 5 это 1. Может, это для тебя, чтобы ты соединял? Ладно, сейчас сначала расставлю, просто как не должны у меня быть. А потом будем пробовать соединять, как у тебя нарисовано. А ты типа А3 вот эту убрать не можешь? А3 могу. Поставь ее на А2. Ну, а какой там символ должен быть, непонятно. А теперь ты снять ее можешь? Сейчас пробую. Да. Просто видишь, у тебя вот был, да, там получается А3, да? Ну, на плакате. У меня на плакате вторая цифра, это А3. Ну вот, получается, должно быть А2. А может, их вообще не надо трогать, эти А3, Е2. Мне надо трогать, получается, порядок. Сейчас, погоди, немного разберусь. Какая разница, смысл порядок менять, если ты все равно их... Не-не-не, у меня тут на плакатах висит, типа, порядок. То, чего я должен строить. А. Ну хорошо, тогда смотри. Первым была 5. 10 это 8, да? Может, мне надо соединять, типа? Стой! Я, кажется, понял смысл этого всего дерьма. Я думаю, мне надо соединять, типа, вот эти вот, там, третью последовательность со второй. Не-не-не, сейчас придумаю. Вот у тебя, говоришь, есть книги, например, 3 и 5, да? Да, есть такие. Но ты это говно, получается, должен будешь соединять сейчас. Сейчас, подожди, сделаю. Я должен соединить 5 с 1, мне, наверное, вот так вот. Сейчас я буду заново все расставлять, как у меня это все нарисовано. А потом относительно тебя будем собирать это все. Да, да, давай так. Так, А3. В1. Ну, получается, сейчас все расставил. Все 10 символов, которые должны быть. Так, теперь, по идее, я должен соединить, например... Ну, да. Так, говори, что у тебя... Блин, сейчас придумаю, как сказать. Не, я понял. Давай любую книгу. Третью у тебя в последовательности, со второй у тебя в последовательности, вот. У тебя 3 это 2? Ну, то есть у меня третью со второй надо соединить, вот. Получается, тебе надо соединить B1 и A3. Ну, ты их не соединишь, наверное, потому что энергия это вода, получается. Ну-ка, попробуй так. О! Другую. Так, ну давай пятую с первой. Пятая это C3. Первая это D2. Энергия у нас... Вода. Еще раз. Во! Решена загадка, наконец-то! Так, четвертая... Четвертая, девятый. Е5, А4. Десятая с восьмой. Так, десятая с восьмой. Десятая с восьмой. Б3. Е1. Б3, это что у нас? Как он соединит? Сейчас он редактирует будет, окей. Окей, пусть редактирует.
секунду. 10 это B3. Чё у тебя первое? А, сейчас, секунду. 10 с 8. Так, 10 это B3. B3. Энергия должна быть с водой. Нет? Огонь, 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 огонь. А вот так. Блин, как кайфово. Так, когда тебе получается. 4, 6, 7. B4, E2. Ура! Прошли. Хорош. Хорош. Ну-ка, дай посмотрю, что у тебя там за говно было. Ты можешь ко мне пройти? А, у тебя закрыто. А я-то думал, мы напротив друг друга сидим, лол. Я спустился в самый низ, тут какая-то пещера. Так, а у меня... Оп! Блин, ворота закрылись! У меня видос начался. Чё за бомжара? Finally, another soul here to save me. Ещё одна душа, чтобы меня спасти. I've been trapped in this hellish castle for ages. Целую вечность. Now listen, there is a way for us to escape. Помоги, but I need your help. You see that apparatus over there? Чё за аппарат? Get it to work and retrieve the stone within. I'll explain later. Once you're done, meet me upstairs in the greenhouse. Ага. Good luck, friend. Ага. Мне надо с каким-то аппаратом сейчас заниматься, что ли? Алло, ты видел это? Угу. Что-то зря, наверное, по воде бегаю. Тут электричество нестабильное. Тоже это чувствую. У меня, короче, на стене куча лампочек с проводами, разноцветные... цилиндры. А вот это полезно. А у меня есть пульт, где есть разноцветные, скажем так, штуки, гантельки. Вот, да, гантельки, и на слева и справа вот разные цвета. Короче, я их все забрал сейчас с пульта. Электрический заряд жесткий. Ах. А, это я тебя, наверное, убил, извини. Не-не, я не умер, я стоял не в воде, хорошо. У меня все в воде. Я практически плаваю. Так, ты можешь что-нибудь куда-нибудь подключить? Я могу, вот, у меня все цилиндры есть в руках. Я могу их просто расставлять по порядку как-нибудь. У меня, подожди, сейчас скажу тебе. У меня на каждой, ну, скажем так, в кавычках, пушке, башенке, есть место для цилиндра. Они у тебя по кругу расположены как? Ну да, скажем так, по кругу. Хорошо, примерно центральный поставь гантельку с одной оранжевой. Центральный? Это где центральный? У меня все по кругу. А, у тебя нету, типа, у меня просто разнобой, но не кругу, как по кругу, но из центра там есть еще лампочка. У меня в центре пульт сидит главный, на который я тоже могу подключить что-нибудь. Ну сюда могу подключить 8 цилиндров аж. Я их все снял, чтобы они не мешали тут. У меня просто... Ты что-то нажал, да? Я ничего не нажимал. У меня какая-то хрень произошла просто в комнате. Так. Попробуй подключи какую-нибудь гантельку. Ну, подключил куда-нибудь. Ничего не изменилось. Эти гантели еще подсвечены какими-то цветами всякими разными. Да, у меня тоже как бы... У меня есть тут включенная, которую я не могу дернуть. Она красно-синяя. Тяни, я вижу. А что я тебе тянуть? Я не могу ничего сделать с ней. В смысле, ты ее вытащить не можешь? Нет, она просто стоит, я не могу с ней ничего сделать. Отлично. Тогда соединяй... Подожди. У меня от нее два провода. Два или три? Два. Так, хорошо, тогда... Подожди. Говори. Синюю на левый провод. Ну, или направо, не знаю.
Ну давай синюю к выходу засуну. Вот которая, короче, идет от синий-красный. Вот следующая должна быть синий-синий, по идее. Ну смотри, как у меня все устроено. У меня вот есть дверь. От двери идет провод к одной башне. Она пустая. От этой башни идет ко второй башне. Башня красно-синяя. У тебя также должно быть, наверное. У меня от красно-синей лампочки идет три провода. Два провода идут по башням соседним, а третий куда? Третий, ну не, у меня на лампочке. Типа у меня от лампочки вот это. Угу. Ладно, давай дальше, что там еще соединяет красно-синий? С красно-синий еще можно соединить просто оранжевую одну. Или оранжево-синюю. Я тебе не хочу огорчать, но у меня есть... Ты про оранжевый, это про желтый, наверное, говоришь? Ну, желтый. Так, чё говоришь, что ты нам можешь соединить? Либо желтую просто с одной стороны, либо желтую синюю. Ну, я просто желтую поставил. Дальше чё? У меня ничего не меняется вообще. Это короткое замыкание. Это я нас всех убил. Хорош. Не понял немного. Где тоже игра полетела? А что ты сделал? Я нажал на рычаг, опустилась дуга электрическая, прямо мне в воду, а у меня вода-то по пояс. А, значит не надо было. Ну я понял, я просто решил попробовать, что получится, чтобы у тебя хоть что-то поменялось. У меня только, короче, электрический разряд вышел из... А, как странно, почему когда падал с моста, ничего не происходило? Ты же не умирал, когда падал с моста? А я потому что и не стоял в этой воде. Я сейчас не стоял, кстати. Так нет, я должен был просто, знаешь, как бы сам себя перезапустить. То есть ты тут вообще ни при чем. Ну да. Так, что там дальше было? А, смотри, я тебе расскажу. У меня после одного оранжевого соединяется провод с оранжево-зеленым. Есть такое, соединяется. Да, соединяется, что дальше идет? Что еще раз? Что идет дальше после оранжево-зеленого? У меня от него идет три провода. Просто красный, синий-зеленый и просто синий. Ну я поставил просто красный. Ничего не поменялось. Давай последний, у меня еще соединение есть. А от кого? От какого? От красного. Синий-синий или синий-зеленый? Синий-зеленый? У меня нет такого. Я синий-синий давно потратил уже. Так, давай тогда еще раз соберу их. Этот красно-синий идет к крайнему какому-то. Красный-синий ты не можешь вытащить, правильно? Не могу. Хорошо, от красного синего тогда поставь синий-желтый. У меня синий-желтого нету. Хорошо, тогда поставь синий-синий. Он будет крайним или нет? Что? Ну пусть будет крайним. Подожди, сейчас поставлю. Попытайся объяснить. У меня, смотри, есть башня с этим. Красно-синяя башня есть. От нее идет потом соседняя башня. А от соседней башни идет оранжево-зеленая. То есть между оранжево-зеленым и красно-синим что-то должно быть. Ага, между оранжевым и красно-синим должна быть желтая. Просто, ну, оранжево-желтая просто. Готово. Что идет после зеленого-оранжевого? Так, ну по идее, давай тогда синий-зеленый. Нету такого. Тогда просто синий. Поставил, дальше. Дальше идет красный. Секунду. Ну, все. Все? Ну да, у меня остались цилиндрики, но их некуда ставить. Ну попробуй, нажми, я не знаю. Готов умереть? Да.
Погоди, что происходит? У меня тоже происходит. Yes! На самом деле не надеялся. Ты уже мысленно помолился, да? Ага. Так, что дальше? Дальше огромный путь наверх. Я просто стою и вообще никуда не могу пройти. О, я вышел в центр. У тебя видос начался? You did it. Listen, the purpose of this tower was to create what's called a soul stone. Now I need you to find all the pieces. One of them is in here, in the greenhouse. Find it. Значит, возьми за руку его. Come find me in the high alchemist's quarters. Да блин, такой момент был за руку взять. Мне эта игра напоминает чем-то Гарри Поттер. Так, фиолетовый, красный, зеленый. У меня, короче, подвал, в котором мне предлагают варить бухло. У меня, к примеру, то же самое, пивоварня какая-то. Какие-то есть книги, шестеренки. А еще у меня тут валяются трубы, которые я могу соединить где-то. А я нашел части труб. Вот то же самое. Одна прямая, другая кривая. А, во, я нашел, там еще ниже можно спуститься, соединить трубы. Еще у меня есть два рычага. Я так понимаю, это горячая и холодная вода. Оранжевая и синяя. Также у меня есть какие-то огромные-огромные трубы. А они ведут к каким-то цифрам. Ребят, давайте я, наверное, сейчас для вас специально закончу. А мы с ним продолжим играть. Потому что игра очень интересная, затягиваю. Всем хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Я пока поищу еще одну трубу.